Скажи хоть, что с тобой случилось. Ты серьезно? Тебе историю болезни показать? Я просто хочу убедиться, что у тебя не киберпсихоз. Нет, это... обычный сбой импланта! Ясно! Теперь поможешь! Ладно. Супер! Ну что стоим-то? Давай в машину быстро! Что? Я это благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Честно скажу, это было непросто. Иди ты. Ты везунчик. Ах, они сбивают нахер! Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она психанула. О, боже! А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать? Страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Мы... Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Тип с дымящимся хером. Ну, в общем, да. Короче, звони сказать, что перевел деньги. Ну, так что? Спасли тебе? Ну, ты понял. Ну, да. Насколько смогли. Теперь не болит хотя бы? Да пофиг. Как заживет, куплю игрушку покруче. Флагманскую модель. Слушай, а нахера оно надо? Не понял вопрос. Зачем мистер Перчик? Известно зачем. Чтоб шиком ширинку расстегивать. А, ладно, все ясно. Пока.